нас есть своя жизнь, которая, мне кажется, называется авторской песней. И, Танечка, ты своими нежными, женскими пальцами выпускаешь эту слабую птичку, поднимаешь и подбрасываешь ее, она так не может лететь. Ее раз еще раз снизу, раз еще раз. И она раз колышком махнула и полетела. И все видят и говорят, да, на этой земле есть жизнь, потому что здесь есть Татьяна Николаевна Матальна. Вот, и я хочу вместе с вами закончить двумя песнями, потому что без этого, без Юрия Чубисбора нельзя. Это мой отец, это мой учитель, вот, в смысле жизни. Вот, давайте попробуем, да, дорогие друзья. Вы суждены, тихо печаль ручей у янтарной сосны, пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя, солнышко лесное. Где, в каких краях встречусь я с тобою, милая моя, солнышко лесное. Где, в каких краях встречусь я с тобою. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Да-да-да. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встречусь я с тобою. Милая моя, солнышко лесное, в каких краях встречусь я с тобою. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тут ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. На-на-на. Вдруг у огня ожидает, представьте меня, так ты, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встречусь я с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встречусь я с тобою, встречусь я с тобою, встречусь.